Дорогие наши Давид, Йосефа и вся команда Центра Беэр-Давид, на пороге новый 2020 год. И в преддверии самого волшебного праздника в лице нескольких родителей, но от имени всего нашего огромного чата мы хотели бы поздравить вас с наступающим Новым годом. Пусть все плохое останется в уходящем году, а Новый год принесет вам и вашим родным крепчайшее здоровье и счастье. Пусть исполняются все желания, достигаются все поставленные цели. Пусть во всех ваших делах Господь оберегает, направляет и благословляет вас. Пусть во всем сопутствует удача, везение и хорошее настроение. Давид и Йосефа, целители наши от Бога, и слов на душе не хватает, чтобы все рассказать. Вы центр открыли, чтобы видели люди дорогу, туда, где любовью готовы детей вы спасать. Болезни, что неизлечимы, вы лечите чудом. Уходят долой аутизм, слабоумие, прочь. И верить родители вам, словно ангелам будут. И благодарить нескончаемо, утром и в ночь. Вы взрослым даете надежду и веру, а это не так уж и просто. С больными детьми на руках. И вас не волнует ни прибыльный счет, ни карьера. От вас узнаем, что Господь нас хранит в небесах. И в клинике мы будто дома, в тепле и с семьёю. Где радостно нас принимают, как самых родных. И вы исцеляете тело у взрослых с душою, и каждый родитель вас искренне благодарит. У вас Божий дар, и сердца словно море огромное. А в них столько духа, любви, веры в Бога, тепла. Желаем такой же энергии вам, неуемной, чтоб души вы нам заряжали, а также тела. Аркадий и Шлома, Асаф и Марина с Андреем, вам тоже сердечно спасибо от всех говорим. Ваш центр самый лучший, и дети пускай не болеют. За чудо, что дарите, искренне благодарим. За чудо, что дарите, искренне благодарим. Аркадий и Шлома, Асаф и Марина с Андреем, вам тоже сердечно спасибо от всех товарим. У вас Божий дар и сердце. Словно море, огромно. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one horse lane.